Это дом плотников. Живут здесь Арафима Гавриловна и ее сын Владимир Устинович. Вот сейчас мы были в храме. Серафима никогда не садится. И вдруг она закачалась и стала падать. В руках ничего не было, костылька. И впереди стоит Любовь Минаева. Она успела маленько рукой задержаться и легла на ковер. Подвернулась, ничего не сломала. Сразу забеспокоились. Батюшка тут, ну, это канон был где-то. Дают садиться ей, нет. Костылек взяла и дальше продолжала. И дальше все видно было. 92 года. Вот такой образец нам дает Господь на сегодняшний день. Вот сейчас пишите, видите, деревья уже пожелтели. 21 сентября, Рождество Богородицы, день сегодня исполняется. Вот так. Я ее так сзади стоял, ну, показал. 92 года. И упала, полностью упала. Я бы даже показал, а там тут батюшка, он все это не любит. И как будто что-то в этом провокационное или вредное, не знаю. А стоят все, смотрят, то можно. Никто же не сказал, отвернитесь, не смотрите. Ну, такая вот история. Сегодня посмотрел Сергей Егорович Игнатов. Тоже вместе были. Я пораньше выехал на велосипеде. Надо... Ну, выходили я скорее на велосипед, чтобы заснять и сказать. А дальше это все будет показано. Высокопреосвященнейшему митрополиту Илларионе и все его братья наши.
святей православных людей в Отечестве, в России, несущих о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Врачу души телес, с умилением сердца сокрушенным Тебе, припадами стенящего крем Тебе, исцели болезни, врачу страсти души телес, болящих рабов Твоих Сергия, Виктора, Валерия, Анна, Мария, Валентина, Валентина, Людмилы, Валентины, Татьяны, Серафимы, и прости, как благосердь, взят при грешениях, вольно и невольно, и дар им здравия, душевное и телесное, молим Тебя, все услышали, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Открыть человечество, исправляй, Господи, призри милости на рабов Твоих, путешествующих Алексея, Михаила, Ирины, и прости им всякое прегрешение, вольное и невольное, благослови благое намерение, советы их исходы и входы со путешествием исправить. Железо молим Тебя, все услыша и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, невидимых, не надеющихся надеяний, убогих заступниц, печальных утешений. Алчущих кормительница, ногих одеяния, больных исцеления, грешных спасения, христиан всех поможений и заступления, о всемилостивой Госпоже Дева Богородица Владычица, милостью Твоей спаси и помилуй. Выходим из храма. Там дальше видно наше пруд, озерко, закрытый это ячмень, сады. Все.